А то у меня, короче, на все про все поломаться 32 голды. За счет ГБ починишься уже, Могу. разве? Чё ты? Ну, и за счет ГБ это как-то неприлично. Я так не делаю. Я тогда могу соточку накинуть. Карман, говорит, починю. Это намек был, чтобы мы не вайпали. Ты чего постоянно бармалюку выкидываете? Вот мне он нужен в этой пати, чтобы он резал мини-куперу и Насте, и ману тотему. А Рика потапается. А у меня хлебушек с маслом. Ну чё, Рика там долетел или я перевел его долечу Рику? Да нет, я вот сейчас портал. Да. Ой, смотри, мне одно бревно пишет, типа, хочешь, похилю. Так, а куда мне заходить? В какой порт? 213 бревно. Сейчас я ему спрошу, может, гильду пойдет. Оранжерея жизни. Куда заходить в какую-то искру, да? Не, оранжерея жизни и там. А, все, все. Вижу. Налево вроде. Назад. Назад. И налево. Короче, попробуем Бармалюгова Лема спекнуть. На арене Настя один хил, мини купер, базука Рика и Войт в комнату, 4 тела. Остальные на арене. Страх там порой пробивает его. Ну, ладно. Кого пробиваю? Ну, потом он его опрокидывает, видно, и ну, где-то пол хп сносит. Ну ладно, ладно. Я-то готова. Сейчас починюсь тут, если голды хватит. Я с ГБ сворую, а потом внесу в гильду деньги. Конечно, конечно, в трехкратном размере. А в трехкратном. Комиссия. О, сейчас. В комнате каски просто бафу. Чилить и все. Давай, короче, план придумаем так. Я бафую кресты и каски по тем, кому не нужен кулак. А ты кулак и каски. Как тебе идея? Для начала надо вниз, чтобы он сошел, чтобы это все спросить заново. Вот, ну что за привычка не заходить дис вообще? Тактика бить мобов. Очень простая. На последней фазе там просто раньше набрать. Чап, паладин подойдет. Ты пока, Слава, объясни тактику вновь прибывшему. Бить мобов, потом спрыгивает босс, бить босса. Когда босс прыгает, набираем рейндж. Вот и все. Ну и там картинка еще такая была. Этот пятый элемент, короче.
когда он ее спрашивал, что делать, что делать. А это баба рыжая говорит, танки танчат, хилы хилят, ДД дамажит. Ну, то же самое. Единственное, если будет быстро мобы выходить, я вот не знаю, что делать. Не знаю, посмотрим. Если это зависит от количества людей, если, допустим, 5 на 5 делиться, и будет более-менее, то хз. На кого в ДВшке как проходили? Ну, честно говоря, я не знаю. Ну, убивали мобов. Быстро убивали мобов. Ну там гир совсем другой. Я в комнате был. Гир там другой, два хила. Ну мы сейчас Настю с мини-купером только в хилах оставили. Попробуем, может Бармалюга будет задамаживать. А что, рыбу уставили? Нет. Я такую систему придумала, что, наверное, пану не понравится. Там РЧ пройдешь на бафы, на всех все есть. А зачем ты пишешь, если мы в Дисе? А в какой комнате? Там, вон, смотри. Налево посмотри, там есть... Где ворота, да? Подвальчик. Да, подвальчик. И там я будет... Вижу. Вижу. Стамину с духом дайте. Я забыла пожрать. Чек. У нас только Зарик без МП5 остался. Ну и пофиг. Зато улучшенные кулаки. Сразу в комнату бежать, да? Нет, пока комнату можно будет открыть тогда, когда мы убьем здесь вот этот вот трэш. Все понял. И комната открывается рычагом, там 10 секунд каст идет. Ну перед мордой не стойте, или что, повернули в рейд, что ли? Вот, сейчас, когда последний моб будет оставаться, вы, те, кто в комнату идут, вы уже подходите к дверке. Ну вот, подходите уже, идите. Вот все покажет, он вам крикнет куда налево, направо. По мобу ориентируйтесь, вдалеке будет стоять. Тут надо и дистанцию держать, да? Не, дистанцию не надо держать. Смотрите, вдалеке будет стоять большой моб, у него будет светиться рука. В какая рука сначала светится, тут по той стороне полетит волна. От этой волны нужно убежать к противоположной стенке. Базука, мобу каст сбей, выгляни из-за угла, сбей ему каст. А, нихуя, я один. Бьем его, бьем. Роланд, отойди оттуда. Он захлебить. Настя, курс, я да. Знаю, я все вижу. И то я смотрю, кто-то бьет кого-то.
Зарик, оттуда уйди. Каст, мне сбили каст. Станки нули. Так, я понял, надо короче... А, да, я тоже понял, бля. Бля, он крыса. Короче, он руки меняет, да? Идем, короче, к этому. К столбу идем. А почему меня не убило? Точнее, тебя не убило, меня шотнуло, когда рукой. Ложитесь. Вы должны перебежать на противоположную сторону, все, и все, он руку понял. Да, поменяет. Просто я не знал именно, где этот момент будет, а он, оказывается, сразу тут за умом был, и все. Ну, вот рука заиграет, он типа вниз стукнул в землю, пошла ударная волна. И вы смотрите, там анимация такая, пыль. Как на арене у вас? Меня, короче... Моб сало кинул. Видно, под колоннами кто-то стоял. Смотрю, пробивает кого-то. А кастануть не могу, вообще ничего. Потом прилетел стан, а там уже и второй трэш побежал. Ну, типа, надо стоять каноном в центре, чтобы не получилось так, что вы стоите там, стоите, а колонна начала гореть и вас бить. Надо минимизировать, ну, как бы, сделать так, чтобы по вам урон проходил поменьше. Если мне еще раз Сал кинет, и там Зарик тебе тоже стан кинет, а моб на тебе, ну, это вообще будет некрасиво. У вас там три паладина, если что, имейте в виду, это три стана. Два шамана могут два диспелить с пробудителей и сбивать косты. У вас там все должно быть супер. Нам повезло, что пробудителей не было. Насколько я заметила. Зарикс, ешь рыбу. Ну, подбегайте уже к этому порталу. Это ему переставьте, ну, не знаю. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите. С Богом. Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их
пробудители свичнулись. Нам надо, короче, дорогу показать, да? И, да? Задевает, видишь тебя, если так стоишь. Ой, у меня залагалось. Ты у все? Защитник крутится, ему стан можно будет в следующий раз оформить. О боже, 5 защитников воет, у нас все плохо. Лё, у меня все зависло. Первый раз такое. Стало кинул, стан кинул сейчас. Типа от защитников Бармалей можно отходить, они крутятся, как вары. Держитесь. Подходим к столбу. Неудачники, ну, короче, 4 защитника, 5 защитников можно убить. Просто надо отходить от центра тогда, где они крутятся. А так все легко свечится, нормально убивается. Алло. Алло, слышно, да? Да, слышно, что ты вылетел. Короче, или остановил. Я все залагало, и я вышел. Ну, Alt Control Delete, у меня не работал диспетчер. Первый раз такое. Да тут на пыл особо не повлияет, на трэш. У ханта на пыл 3 секунды. Там они быстрее зеркнутся, чем у него на пыл откатится. Здорово. Привет. Вы чё, куда пошли? Куда? Откуда? Десяточку. Тори мы пытаемся освоить. Зарик, за стенку зайди. Сюда. Угу. Ребята, у вас фул, да? Угу. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торин, мой повелитель!
Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Ну, сейчас, типа, не... на маленьких не давай вообще на пол. Они маленькие, да, веточки и все. Вот этого надо бить. Так. Нам пока с Трэшем везет. Че, пробудители будут две штуки, три. А, мне стан дали, блядь. Пробудители добейте. Им можно К сбивать. Пробудители, пробудители. Завоеватели тоже. Да, да, да. Класс вообще. У нас все убивается нормально. В комнату зайдите. Базука в комнату зайди, он сэвэйдится. От центра отойдите, от центра отойдите. Он вообще не пробивает. Рика тут? Да-да, я тут. Мне стан дали, я под это попал, под волну. Пошли. Значит, прислужник. Что там, еще один такой будет? Че? Убиваем кастера. Ну ты же видишь, что там горит купол. Пробудители сначала свечнитесь. О, красавчик еще. Кастер. А что же за привычка такая всех подряд дубасить? Ну их не надо раскидывать. Вы пробудителя бейте, это хилеры, вы понимаете? Тут у нас много хилов. Ну я не знаю, делать еще раз. Нормально, у нас мелкий моб тут зарелодился на вашу пати. Падайте на меня, там. Он на меня. Падайте. Вы не защитников бейте, у нас приоритет пробудитель, завоеватель и только потом уже остальной трэш. А мы упали, потому что заэвейдил, да? Насчет вас не знаю. А черепок он когда от него отходить типа надо, да? Я имею в виду.